К зданию жилого комплекса «Парус» прямо напротив городской администрации сегодня были стянуты десятки пожарных расчетов. Очаг возгорания находился на самом верху здания. Пугающие клубы дыма вырывались наружу. На кухне ресторана на 14 этаже происходит пламенное горение и быстрое распространение огня. Это легенда учений, которые устроили сотрудники МЧС. Короткое замыкание, последующее возгорание. И уже через 11 минут к элитной высотке подъезжают пожарные машины. Задача тренировки – максимально отработать все возможные нюансы чрезвычайной ситуации. Мы должны тренироваться вот на таких же учениях, чтобы минимизировать гибель людей на пожаре. Здесь отрабатывались у нас способы элементов. Это как спасение людей, лестницы 50, которые у нас имеются, и также автоклинического подъемника. Также мы здесь отрабатывали способы подачи воды на верхлежащий этаж, на высотные здания. Главная задача – спасти людей, которые заблокированы огнем на 14 этаже. Автоматический подъемник – главный инструмент в этой стремительной операции. Все прошло на высоте во всех смыслах. В случае горения на последних этажах возникает трудность в доставке ПТВ, пожарно-тактического вооружения. В случае реального пожара на зданиях повышенной этажности мы будем готовы на все 100%. Такие учения, приближенные к боевым, на объектах повышенной этажности региональные МЧС проводят нечасто, примерно раз в год. Но тренировки получаются качественными. С начала этого года в Удмуртии в зданиях не ниже 10 этажей произошел всего один пожар. Он обошелся без пострадавших. Дмитрий Вороновлин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».